يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم уважаемые братья и сестры рады приветствовать вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 на нашей передаче которая посвящена этому священному месяцу месяцу Рамазан и прежде чем начать нашу передачу хотелось бы начать нашу передачу с хадиса от нашего пророка в котором говорится начало Рамазана это милость его середина это прощение а его окончание – освобождение от мучения огня. И именно об этом мы сегодня поговорим. И хотелось бы сказать, что у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин Шейх Курбан. Ассаляму алейкум, Шейх Курбан. Ассаляму алейкум, рахматуллах. Шейх Курбан, на прошлых передачах мы обсудили такую тему, как освобождение от огня. Мы также указали на условия освобождения от огня. Мы сказали, что первое условие, что... Это принятие руководства Ахли-Бейт. И также мы начали разговаривать про второе условие, но так как времени не хватило, и мы не смогли закончить. И хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Как вы верно заметили, месяц Рамадан является, как уже было ранее сказано, величайшей возможностью освобождения, как сказано в Священном Коране. Факу ракаба, освобождение раба. И как мы указали, что в преданиях подчеркивается, что внутренний глубокий смысл этого аята означает освобождение самого себя от огня, как сказано в молитве, которая читается в этот месяц. Мунна алейя бифакяки ракабати минаннар. Даруй мне. Это дуа читается именно в этот месяц, месяц Рамадан. Даруй мне, окажи мне милость даровать в этот месяц мне освобождение от огня. И как мы увидели из аятов Священного Корана, человеку возможности даны именно для этого. Факку ракабай. Одна из важнейших целей человека – это освобождение от огня. А потом уже... подпитка, подпитывание, как сказано в том же самом аяте, то есть итам, это когда человек наделяет свою душу самого себя, это итам, это кормление. Кормление – это внешний смысл, то есть человек кормит нуждающегося, это внешний смысл, но глубокий смысл – это достижение, это кормление самого себя, это достижение возвышенных духовных качеств, стремление к этому. Не вот. Просто освобождение, но и это. Уважаемый шейх Курбан, откуда мы понимаем внутренний смысл слова «этан»? Внутренний смысл – это, как я говорил ранее, это, конечно же, предание от непорочных имамов, потому что имам говорит «факку рагаба аннасу куллюхум абидуннар». Это в предании до нас дошло, что освобождение раба есть
то, что люди являются слугами, являются рабами огня, есть, являются заложниками огня. Но, естественно, если здесь говорится об этом, то есть внутренний смысл, это относится к душе самого человека, то и продолжение аята, естественно, означает это же самое. То есть человек сам достигает для себя новых духовных качеств, что в свою очередь является своего рода итамом. Итамом в его глубоком и духовном значении. Внешнее значение итама, то есть это кормление, когда человек кормит нуждающегося. Ну, из аята это явствует, и в особенности с учетом того, как и имам Садик, алейхиссалату вассалам, толкует этот аят. То есть месяц Рамадан является величайшей возможностью достичь всех духовных ценностей, одним из важнейших которых является освобождение от огня. И как мы уже растолковали ранее, в первую очередь, обратите внимание, это очень важно, в первую очередь это же, конечно, освобождение от огня, самый поверхностный смысл этого – это освобождение от зависимости от каких-то пагубных своих качеств. Это самые элементарные поверхностные значения. Освобождение от вожделений своей души, от пагубных своих привычек, от грехов и так далее. Это самый что ни на есть поверхностный смысл. Но есть и глубокий смысл. Это очищение самого себя, очищение от всего плохого, от всего. Это, конечно же, в первую очередь от многобожия. Многобожие бывает разных видов, потому что считается, что обычно, когда говорится многобожие, воспринимается то многобожие, которое выводит человека из ислама. Но есть многобожие, которое не выводит человека из ислама. Кстати, именно вот в этом вопросе у ваххабитов, у такфиристов, у салафитов есть абсолютно недопонимание в данном вопросе. Почему? Потому что они путают то многобожие, которое выводит из ислама, и то многобожие, которое не выводит из ислама. Что вы подразумеваете? Как это может быть вообще? Многобожие, которое не выводит из ислама? Да, есть многобожие, большое многобожие. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам произносил это. Он использовал эти слова. Большое многобожие, маленькое многобожие. И его сподвижники спрашивали, что это такое. Обратите внимание, это как раз своего рода критика. Это критика и сильнейший удар такфиристам, которые считают большую часть мусульман на сегодняшний день многобожниками. Вот сейчас я, допустим, в Ингушетии есть один проповедник, очень известный, шейх Хамзат Чумаков, например. Я просто один пример привожу, их огромное множество. Этот человек считает, что в своих речах он утверждает, что большая часть ингушского народа, они многобожники, он говорит. И таким образом выводит их из ислама, он таким образом обвиняет их в неверии, да? Но дело в том, что его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам сказал открыто, что я не боюсь, что после меня мусульмане вернутся к временам джахилии. А чем отличалось? Какие особенности были у времен джахилии, времен невежества до ислама? Чем отличались арабы? Одно из них было многобожие там. Да, то есть это были идолопоклонства, многобожие, когда это есть большой ширк. Когда человек приписывает Богу сотоварища, говорит, есть Бог, есть Бог. То есть два бога, или три бога, или четыре бога. Верит в идолов, считает идолов соучастниками Бога. Это большое многобожие. И его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это даже Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге «Единобожие» приводит этот хадис. Он говорит, посланник Аллаха сказал, что я боюсь, что вы будете делать малый ширк. Это разные вещи. Большой ширк выводит человек из ислама, малый ширк не выводит из ислама. И когда его светлость спросили, что такое малый ширк, он сказал,
Ар-рия. То есть, можно перевести как показуха обычно переводят, но и, честно говоря, мне этот перевод не очень по душе. Хвастовство. Хвастовство, да. Когда человек пытается делать что-то для других, чтобы показать им, для них что-то. То есть обратите внимание, почему его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, называет риа, то есть вот это хвастовство. Ну, это на самом деле может даже не точно переводить хвастовство, да. И не точно переводить как показуха. Риа — это когда человек в своих деяниях, когда делает те или иные поступки, приписывает, причисляет людей сотоварищам, сотоварищами Богу. То есть он делает какое-то действие не ради Бога, не ради Аллаха. Может, даже ради Аллаха, но наряду с ним и ради чего-то еще, ради кого-то еще. В обычных поступках, в обычных непоклонении. Вне поклонения это не возбраняется, ничего страшного. Человек хочет понравиться своей супруге, хочет сделать добро своим детям, хочет понравиться своему другу, он что-то делает для них. Здесь ничего предосудительного нету. Да, если я не ошибаюсь, уважаемый шейх Курбан, даже насчет этого есть хадис приведен, насчет рия. Да, огромное количество. Можно очень долго на эту тему приводить хадисов. Конечно же, очень много имеется преданий. Речь идет о том, чтобы человек в поклонении, когда он поклоняется, например, совершает молитву, он верит в одного Всевышнего Бога, в Аллаха, и больше никого ему не приписывает сотоварища. Но когда он молится, он совершает это, поклоняется Богу, делает это для него, но наряду с этим он где-то и хочет, чтобы его похвалили, где-то хочет, чтобы он понравился кому-то, где-то читает очень красиво Коран и хочет, чтобы другие восхищались этим. Это есть риа, это есть малый ширк. Этот ширк не совершается только очень небольшим количеством людей. То есть большинство мусульман, абсолютно большинство мусульман подвержены так или иначе в той или иной степени этому ширку. Но этот ширк не наносит вреда исламу человека. Человек не становится неверным, он не выходит из ислама. Он остается мусульманином, остается даже может оставаться верующим. Но это все-таки недостаток. С точки зрения духовных ценностей это недостаток. Человек должен очиститься. Чистота, полнейшая чистота человека от всего скверного предполагает очищение не только от ширка, потому что в священном Коране сказано, что многобожие является скверной, нечистью. Так вот, не только большой ширк является нечистью, скверной, но и в каком-то смысле скверный является и малый ширк, и от этого нужно очищаться. Очищаться нужно от грехов, очищаться нужно от каких-то привязанностей. И, как сказано, слово «чистота» очень часто в Коране фигурирует, обратите внимание. «Ва-анзальна» в священном Коране сказано «Ва-анзальна мина сама имма антахура». Мы не спаслали из неба чистую воду. И как мы все мусульмане прекрасно знают, что эта вода не только является чистой, но и очищающей. То есть человек может очиститься с помощью этой воды. То есть вот эта чистота, которая достигается посредством воды, это не только внешняя чистота. Извиняюсь, а вы имеете в виду в духовном смысле очищаться? Вот да, конечно же. То есть человек очищается не только от грязи, не только очищается от пыли и какой-то другой, каких-то проявлений нечистоты, физической нечистоты, но и посредством этого очищается от духовной нечистоты. Но обратите внимание, я это также хочу подчеркнуть, что здесь говорится «ма антахура». И это, этот аят, так же, как и все аяты Священного Корана, имеет внешний смысл и внутренний смысл. Внешний смысл – это то, что вода, то, что, например, идет дождь, когда идет дождь,
человек получает, это, дождь – это источник пресной воды, получает чистую воду, это вода чистая. Это внешний смысл, но есть и внутренний смысл, который мы узнаем через аят, через толкование аятов посредством непорочных. В частности, относительно данного аята, непорочные сказали, что «Ма-ун тахур» – это чистая вода, «Вилаятуна» – наше руководство. Наше руководство является, то есть, согласно этому толкованию, очищение, духовное очищение происходит не только через воду, но в первую очередь, и важнее воды в этом очищении – это прибегать к руководству Ахляль-Бейт, прибегать к руководству непорочных имамов, халифов и наместников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Большое вам спасибо, уважаемый шейх Курбан, но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся. Шалла. Уважаемые телезрители, не отходите далеко от ваших телеэкранов, мы прервемся буквально на несколько минут, после чего мы вернемся. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات И снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатуль Ислам валь Муслимин шейх Гурбан. И шейх Гурбан до паузы нам рассказал про малое многобожие и большое многобожие. И мы сказали, что большое многобожие относится к тому многобожию, в котором вы поклоняетесь кому-то другому и как бы сопоставляете Аллаха с кем-то другим, либо с чем-то другим, поклоняясь идолам и так далее. А малое многобожие – это, как бы шейх Гурбан сказал нам, что малое многобожие – это как бы когда делать, либо, например, поклоняться, либо Коран читать, либо чем угодно заниматься, чтобы люди похвалили вас. И хотелось бы продолжить наш разговор об этом. Прошу вас. То есть этот месяц является величайшей возможностью для очищения. Обратите внимание, даже более того, этот месяц назван Шахр-Тухур, месяцем чистоты. То есть верующие, люди, которые обладают верой, имеют величайшую возможность именно в этот месяц очиститься от грехов, от пагубных качеств, от низменных желаний, от всего того, что отделяет их от Всевышнего. И чистота это, в первую очередь, я хочу это подчеркнуть, что, как сказано в аяте священного Корана, «Ма антахура» – мы не спаслали им чистую воду. То есть, эта вода есть, которая очищает человека не только физически, но и духовно. Почему? Потому что, обратите внимание, это очень важно, очень важно. Я хочу, чтобы телезрители на это обратили пристальное внимание. Деяния, благодеяния, некоторые важнейшие благодеяния, которые служат средством приближения ко Всевышнему, такие как молитва, например, они без чистоты, без этой духовной чистоты не принимаются. Обратите внимание, если кто-то может подумать, ну почему же, как же вода может духовно влиять на человека, как с помощью воды может достичь духовной чистоты? Но согласно исламу, если вы как следует помоетесь и будете использовать самые лучшие средства, но при этом сделаете это не так, просто помоетесь. Все тело даже, если помоете, то это не будет считаться чистотой. Вы не будете чистым с духовной точки зрения, и поэтому не позволено будет читать молитву. А то те действия, то есть это малое омовение или большое омовение, которое совершаются, это не просто достижение физической чистоты.
Это определенное действие, установленное Богом, который, с помощью которого человек достигает как в какой-то степени очищенности, духовной очищенности. Тахара, духовной очищенности, которая, обратите внимание, является условием молитвы. То есть без этой духовной чистоты молитва не принимается. И как сказано в Священном Коране, «Анзальна мина самаи маан тахура». То есть мы не спаслали с неба чистую воду, то есть эта вода очищает. Но, как мы видим из толкований непорочных, «маан тахура», то есть глубокий смысл, и опять-таки повторюсь, я ранее говорил, еще раз хочу подчеркнуть, что внешний смысл не противоречит внутреннему смыслу, они взаимодополняют друг друга. И то, что говорит непорочный, это внутренний смысл, который никоим образом не противоречит внешнему смыслу. Когда непорочный говорит, что «маан тахур», «тахура», то есть чистая вода – это «вилаятуна», наше руководство, это означает, что в молитве и во всех своих деяниях также важнее всего достигать этой чистоты посредством руководства Ахляль-Бейт. Нужно прибегать к этому руководству. Это руководство имеет мудрейшую философию, глубочайший смысл, который можно очень долго разъяснять. Я ранее отчасти указывал, в чем заключена мудрость этого. Имеются другие аяты. Обратите внимание, в Священном Коране сказано «Ваюназзилу алейкум мина самаи маан лиютахиракум би». Всевышний ниспослал вам, Всевышний ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас с помощью этой воды, чтобы лиютахиракум би, чтобы очистить вас. Этот аят был ниспослан во время битвы Бадр, один из важнейших и один из самых первых крупных столкновений мусульман с многобожниками. Известная битва, вряд ли имеется мусульманин, который не знает об этой битве, не слышал об этой битве. Дело в том, что во время этой битвы пошел дождь. И тогда был ниспослан этот аят. Этот аят был ниспослан об этом дожде. Да? Этот дождь сыграл разную роль в этой битве. Очень большую роль этот дождь сыграл в этой битве. Во-первых, конечно же, самая первейшая роль, которую сыграл этот дождь, дело было в том, что мусульмане прибыли первыми на место битвы, и поэтому они заняли очень выгодную позицию. Выгодность позиции заключалась в том, что они занимали очень твердую почву, а многобожники вынуждены были разместиться там, где почва была не такая твердая. И поэтому, когда пошел дождь, их состояние еще более ухудшилось. То есть передвигаться стало сложнее. Да, то есть они физически утомились вследствие этого дождя. Но, как сказано в этом аяте, этот дождь не только эту роль сыграл, этот дождь оказал влияние на духовное и душевное состояние, на дух мусульманского войска. И это прослеживалось на протяжении всей битвы, потому что когда столкнулись лицом к лицу 2000-е войско с 300 мусульман, то есть соотношение было абсолютно неравное. Как говорят свидетели, то есть очевидцы этой битвы, многобожники были в ужасе от страха, то есть столкнувшись с 300 мусульман, 2000 войско пришло в ужас. То есть так, настолько высокое состояние духа было у мусульман. И отчасти в этом сыграла роль этот дождь. Но еще более важную роль сыграл другой фактор, третий фактор, о котором мы узнаем в том числе из истории и из преданий. Почему? Потому что имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что в этом аяте сказано, обратите внимание, «Ваюназзилу алейкум мина самаи маан лиютахиракум би». Всевышний ниспослал с неба воду, чтобы очистить вас. В предании говорится, что
Небо – это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Это внутреннее значение, которое, опять-таки повторяюсь, не противоречит внешнему значению. А вода, с помощью которой очищается, были очищены мусульмане, это Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. То есть, но исторически как это повлияло? Дело в том, что если вы изучите любую историческую книгу, посвященную этой битве, вы увидите, что дух, который был дан мусульманам, прежде всего был дан им благодаря Али ибн Аби Талибу, алейхиссалам, его храбрости, его доблести. Какую же он роль сыграл в этом? Какую он роль сыграл? Дело в том, что, была такая традиция. Перед битвой встречались самые доблестные и храбрые воины. И со стороны многобожников вышли самые знатные, самые храбрые и самые доблестные воины. Со всеми с ними справился один человек, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, несмотря на то, что он выходил не один против них. То есть трое против троих выходили. Но в победе над этими тремя сыграл, в первейшую роль сыграл именно Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Он очень быстро отправил на тот свет своего соперника и помог другим своим товарищам. Это придало мусульманам невероятную силу духа. И дело вот еще в чем. Он убил, это были самые знатные курайшиты, самые знатные влиятельные курайшиты. И это убийство не было подвластно ни одному мусульманину. Не только потому, что они их боялись физически, хотя это тоже было так. Мусульмане боялись их физически, многие мусульмане воспринимали их как сильных, они бы не смогли с такой доблестью и храбростью выйти против этих воинов. Но еще более важным было то, что они боялись того влияния, которое имели эти люди. Обратите внимание, этот факт сыграл важнейшую роль на протяжении всей жизни Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, то, что он убил этих людей. То, что он убил этих людей, сыграло для него решающую роль на протяжении всей его жизни. То есть он всю жизнь расплачивался за это. И это все знали, все мусульмане знали, что им придется расплачиваться за это, за эту битву. Но Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, взял на себя эту жертву и пошел на этот шаг. И он придал мусульманам величайший дух. То есть они питались от него духом и храбростью, и доблестью. И то, что в этом аяте сказано «минас самя и маан», то есть «с неба воду», дело в том, что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был воспитанником пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно поэтому здесь говорится, что «с неба воду», потому что его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был плодом жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который воспитал его с самого раннего возраста. Я прошу прощения, уважаемый шейх Курбан, хотелось бы напомнить, что у нас в распоряжении осталось всего лишь 2 минуты. Да, я хочу подчеркнуть, что, то есть, опять-таки, этот аят подтверждает тот факт, что непорочные имамы, халифы Аллаха на земле, и в первую очередь это, конечно же, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, они являются средством очищения, как сказано в зиарат имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, «Ашхаду аннака тухрун тахирун мутахар, мин тухрин тахирин мутахар, тахурат бикал билад, ва тахурат ардун анта биха». То есть я свидетельствую, это предание дошло до нас от непорочных. Здесь сказано, я свидетельствую обращение к имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам, который был одним из халифов на земле, одним из халифов Аллаха на земле, как сказано в Священном Коране, «Инни джаилун филь арды халифа». Я устанавливаю на земле халифа, Всевышний говорит в Священном Коране. Так вот, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, был одним из этих халифов. И в этом зиарате, который был произнесен другим халифом Аллаха на земле, говорится, что я свидетельствую, что ты являешься самой чистотой, ты являешься очищенным, как сказано в аяте «Иннама юриду Аллаху ли юдхиба анкум ар-риджса ахля аль-бейт ва ютаххиракум татхира», потому что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, также был одним из числа ахля аль-бейт. В этом аяте сказано, что Всевышний всего лишь хочет очистить вас от скверны, удалить от вас скверну и очистить наилучшим очищением, сказано в аяте. То есть сам Всевышний в Священном Коране об этом говорит. Ты являешься чистотой, самой чистотой, ты являешься
очищенном и очищающем. Тохрун, тахирун, мутахар. Ты являешься самой чистотой, ты являешься очищающим, и ты являешься очищенным. То есть вы хотите сказать, что все эти аяты непременно взаимосвязаны? Конечно, вне всякого сомнения. И это говорит нам о том, что эти люди, халиф Аллаха на земле, они не только сами очищенными являются, но они так же, как и вода, которая является ма'ан тахура, является чистой, так же, как эта вода очищает, так же и эти люди, их руководство, их прибежище является очищением. И прибегая к ним, к их руководству, человек очищается. И этот месяц, месяц Рамадан, в первую очередь нужно прибегать к их руководству, нужно находить прибежище у них, чтобы очиститься. Помимо, конечно же, всего остального. То есть даже молитва, даже условием молитвы является чистота. А эта чистота достигается не только с помощью воды, но и в первую очередь с помощью руководства непорочных имамов и халифов Аллаха на земле. Большое вам спасибо, уважаемый шейх Курбан. Данная вам информация, надеюсь, что была максимально полезна и познавательна для наших телезрителей. Иншаллах. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Ну а мы вам желаем, уважаемые наши телезрители, крепкого здоровья, радости в этот священный месяц, искренних молитв и добрых надежд. А с вами был я, Али Исаков, и мы на этом с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.